Ребят, всем привет! У меня вот тут доставочка на 1289, нет, на 1160 рублей. 1160, там еще какая-то скидка была. Из доставки Йоу. Вот, это суши, пицца там, всякое такое, воки. И я сейчас покажу, что я заказала. Вот, вот эта пицца, это подарок. Ее в подарок дали, сейчас там акция. Давайте вместе с вами откроем. Посмотрим, что там в пакете. Значит, вот это вот имбирь, палочки, вилочки. Здесь суши. Пакет шуршит, не хочу. Вот у меня тут вок. Йоу, видите, тут суши и вот пицца в подарок. Пепперони, по-моему. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там. Начнем с вока. Я заказала вок с морепродуктами, с кальмарами и с чем? С креветками вроде бы. Сейчас посмотрим. Смотрите, какой он крутой. Ну, выглядит прям очень аппетитно, очень классно. Вот вижу кабачок большой. Лайм, кальмары, креветки. Сейчас буду пробовать. Даже брокколи тут есть. И, кстати говоря, у них сейчас скидка проходит. Сейчас покажу, какая. Вот такую вот скидку нам оставили возле двери. Буклет их. И вот у нас для вас подарок. Вот эта пицца мне пошла в подарок. Либо в пиццу, либо вок можно получить. Но вок я заказала. Пошла пицца в подарок. И вот, смотрите еще. На Воке скидка каждый день с 12 до 17, кстати. Я буду это иметь в виду. То есть, смотрите, получается тут, допустим, вот, удон с морепродуктами. 390 рублей, 20% скидка. Ну, это где-то 312, да, рублей. Ну, короче, вот такая тема. Сейчас буду пробовать. Мне кажется, очень вкусно. Я взяла палочки. Креветки очень мягкие. И на самом деле они странной очень формы. Они слишком вымоченные какие-то. Размякшие какие-то, что ли. Плюс их еще обжарили. Посмотрите, они как свернулись. И на креветки не очень похожи, но... В удоне все это неплохо. В соусе вкусный соус какой-то. Вот это кальмар. Ну, в общем, есть можно, если честно. Я бы даже сказала, что это вкусно. Единственное, могли бы креветки получше сделать, приготовить. Ну, а так вкусно. Сама лапша и овощи вкусные. Я еще вообще снимала обзоры такого плана. Я снимала на Ями-Ями доставку и важная рыба. Кстати, кому интересно... А где они у меня, интересно? А, они у меня в плейлисте. Там папка доставка, по-моему. Доставка еды называется. Вот. Там вот есть. Перец даже тут. Морковь. Ну, короче. Нормально. Вкусный.
Вкусный, только я не пойму, креветки только сверху, что ли, были? И все. Вот кальмарчик еще нашла. Кальмар вкусный, но креветки, они правда их так обжарили, что они похожи на непонятно что. Лапша вкусная, соус вкусный. Единственное, знаете что? Ну, соус, как и положено, чуточку такой островатый. Лапша какая-то немного, как будто переваренная, что ли, или как будто она разваливается во рту. Я не знаю, почему это. Может, это какая-то дешевая лапша, не удон. Ну, в общем, вот. И видите, она разваливается и не только во рту, а даже здесь. Вот. Как бы такого быть не должно. Но овощи хорошие. Ничего не могу сказать. Ну, я не знаю. Если по пятибалльной шкале, ну, тройку бы я поставила, да. В принципе. Овощи хорошие. 3 с плюсом. Кальмар, знаете, вот замороженный кальмар. Кусковой такой, знаете, филешка, кусок. Просто порезали и все. Но он тоже такой, немного такой резиновый. Креветки неплохие, но им бы и упругости, я вот говорю, не хватает. И они тоже какие-то непонятной формы все. Поэтому, не знаю, лапша вся разваливается, как будто это ролл там сварили. А не удон. У меня обзор там есть из Фикспрайса. Роллтон реально похожа на вот эту вот лапшу. Ну, в общем, такое. Честно говоря, я больше никогда это не буду за 390 рублей заказывать. Если я это закажу, то это будет с вот этой хотя бы 20% скидкой, да? За 312 рублей. Вот. Хотя бы за эту стоимость. Но никак не за 400 рублей. Так, дальше я беру такие вот суши. Это, по-моему, называется, так и называется. Краб и сыр. Здесь неплохие, что могу сказать, суши. Единственное, роллы. Единственное, вот кто пробовал ями-ями, тот знает, что там краб натуральный. Мне, допустим, этим больше нравится, чем вот тут крабовые палочки порезанные. Но сами суши тут вкусные тоже. И оценка, кстати, выше почему-то у Йоу, чем у Ями-Ями. Ну, тут все понятно, я просто уже есть не хочу. Шапочку попробовала. Вот, там еще икра масага, авокадо и сыр. Авокадо везде по-разному. Вот видите, здесь много на самом деле его. Вот. Я просто уже не хочу. Буду другие открывать. Калифорнию в этот раз так тоненько порезали. Офигеть вообще. Просто, ну что это такое? Почему так тоненько порезали? В прошлый раз мне предоставляли, была нормальная такая нарезка. И в прошлый раз их соединили в один контейнер большой. Было все в одном большом контейнере. А сейчас 3 разных контейнера. Но это не суть. Соусом полили, но они тоненькие реально. В этот раз прям очень.
так нормально. Это какой-то типа запеченный лосось. Лосось гриль или что-то типа этого. Мне кажется, даже на вкус были в прошлый раз лучше. И не такие тоненькие. Но вообще... Здесь непонятно, как бы то ли нормальный, то ли не очень положили. Уже коричневый где-то авокадо. В прошлый раз был очень хороший авокадо, яркий, зеленый, нормальный. Может, это от времени зависит? Я просто сейчас уже слишком поздно заказывала. И вот такой, смотрите, еще. Это соус. С чем это? Сейчас скажу, с чем это? С гребешками. Тут запеченный гребешок. Но они его даже такой, как гриль, сделали. Кстати, а чего я не достала? Видите, какая большая пачка в этот раз. Не помню, в тот раз такая же была. Я вообще решила у них заказать и снять обзор, только потому что скидку вот эту вот наклеили, да, на дверь входную. Я думаю, ладно, сделаю обзорчик. Вот, как бы я у них даже и не собиралась больше заказывать, потому что в прошлый раз они мы выбрали, что нас трое. Я обычно всегда выбираю, когда заказ делаем какой-то, да, и там где-то 3-4 позиции, я выбираю, что нас 3 человека или 4, да. Так вот, в прошлый раз они нам привезли вот таких 3 соуса, да, по-моему, 3 позиции или сколько было. 3 соуса и все. И ни одной баночки имбиря, ни одной васаби вообще. Сейчас хотя бы... Я выбрала, что 3 человека, хотя бы 3 соуса, 2 банки васаби. Ой, и 2 банки имбиря. И одну банку васаби. Просто в прошлый раз они нам вообще, кроме соусов, ничего не положили. Вот. Такие дела. Это, конечно, минус. Им. Я не собиралась, в принципе, больше у них заказывать. Ну, блин, они подкупили своими акциями. Ладно, думаю, закажу. Ну, слушайте, вок я больше не буду у них заказывать. Может быть. Они сделали вот... Знаете, вот эти суши, да, с лососем запеченным, порезали тонко. Может быть, из-за этого, то, что я поздно заказала, я не знаю, как-то на это повлияло. Может, и вок не до конца такой вкусный, да? Не знаю. Но больше, как бы, я даже за 312 рублей, я не знаю. Это надо еще подумать, да? Нет, мне что-то жалко таких денег. Ну, потому что... Как-то не оправдывает себя. Вот. Кстати, с соусом уже заходит. Именно с соусом уже вкусно. Я думаю, и остальные суши будут вкусно с соусом. И вот эти с гребешком вкусненькие. Без соуса не заходит мне без соуса. Ни с крабом вот эти с сыром, ни Филадельфия. А с соусом все заходит, кстати. Так, ну что, это разваливающееся. Вообще, реально это ролтон какой-то тут. Ну, реально. Ну, что это такое? Это вок они называют. Ну, он разваливается, если.
Почему он разваливается? Потому что это у них дурацкая какая-то лапша или что? Или они в соусе в каком-то передержали? Может, какая-то дешевая лапша, я не знаю. Реально роллтон как будто. Ну, я прям не знаю. Вот вкусный, кстати, имбирь у них. Имбирь можно поесть. Даже просто так вкусно. Возьму немного гребешка с соусом. А вообще-то сейчас уже наедаться не буду. Уже поздно. Ну что я могу сказать? Нормально? Гребешком нормально идут, соус с соевым соусом. С васаби, с имбирем. Особенно имбирь, кстати, он полезен очень. Ладно, все, я что-то больше ничего не хочу. Навела себе такую большую кружку чая. Запью сейчас все это чаем. Там у меня такая травка и сам чай. Замечала сколько раз, что после суши хочется пить. То соевый соус соленый, не знаю, то сами суши, из-за чего так. Но пить очень хочется. Давайте глянем, что там по пицце. И я буду заканчивать обзор, потому что... Ну, вы поняли, да? Конечно, у Ями-Ями испортился вкус. Они какие-то все стали пресные, какие-то... Ну, такие, как будто никакие. Но все равно Ями-Ями как-то лучше. Там все-таки краб вкусный. Он натуральный, начнем с этого. Там вкусный лосось. Ну, что? Я бы... Из пятибалльной шкалы, знаете, я бы поставила 3. Я бы поставила 3, но хорошую 3. 4 бы, наверное, я все-таки Ями-Ями поставила. Ну, а 5 каким-нибудь суши, знаете, каким-нибудь московским, которые самые лучшие, которых у нас даже, ну, нету. Вот, наверное, вот так вот. Давайте тогда по пицце решим, что нам дали в подарок. Ну, смотрите, какая неплохая, кстати. Попробуем. Короче, пробуем пиццу. Какой-нибудь сейчас маленький кусочек возьму. Вот, малюсенький. Ну, пицца как пицца вроде бы. Нет, ничего особенного. Пепперони, как и они обещали. Ну, обычная пицца. Наверное, такая обычная, не старая, никакая нормальная. Ну, вот эти в пицце, они все какие-то, знаете. Ни о чем. На 2. 3 я бы поставила из 2 берега вкусной пиццы.
Пятерку, моя высшая оценка, это вот, например, в центре есть там кафе на Лиговке, что ли, не помню. Ну, в общем, там итальянская пицца настоящая, ну, там из рисовой муки, в общем, вкусная, такой прямоугольной формы, то есть вообще обалденная. Вот, а этим пиццам я ставлю двойку с минусом. И все. Два берега я вот поставлю три. Потому что есть там вкусные пиццы, такие с чесночным соусом. Хотя, наверное, ну да, да. Все, как я сказала. Ну, такая пицца, знаете. Вот эти корки я вообще никогда не ем, я их выбрасываю. Может, кто-то если голодный, то да, она спасет от голода. Как и весь этот заказ. Но я говорю, мне как-то так. Все это, можно сказать, ну, не знаю. Реально, когда ты голоден, это норм. А так, я просто поела немного перед этим, поэтому я, ну, спокойно так к этому отношусь. Ну все, вот такой вот у меня был обзор. Вок, в принципе, не берите. Я так поняла, они всегда из этой лапши готовят. Из лапши, которая, ну, какая-то вся поломанная, вся ломается, рвется. Ну и просто как будто ощущение, как будто она переварена и вся разваливается во рту. Вот, поэтому как бы не советую брать даже по скидке. Ну, а так неплохо. Лучше, чем где-либо, да. Но все-таки вот Ями-Ями пока у меня пока топ. Пока лучше ничего, ну, не пробовала. Вот такой обзор, мои хорошие. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот. Ну и до новых встреч. Всем пока!